Сергей, я смотрю, что уже 2 часа практически на одном дыхании у нас прошло, но есть несколько вопросов, они больше технические, да, как это реализуется. Давайте мы на них ответим и, ну, потихоньку будем заканчивать, да. Первое, это если у человека брокер $2000, и он захотел купить себе $1500 экспресс, как будет рассчитываться? Или не будет возможности на меньшую сумму приобрести Если экспресс? память не изменяет, сейчас пока что нет на меньшую сумму, но мы можем это сделать, а там уже человек пусть сам выбирает. И, конечно же, компания, ну, из 2000 до 1500 не будет там перерасчета делать. Это априори факт, к сожалению. Потому что сейчас все придут, это мне дополнительные работы, которые, ну, вот не всю секунду нужны, к сожалению, к большому. Поэтому хотите переходить, можете на больше пакет перейти. Это точно. Ну, просто доплачивает сумму, там если брокер, 2500, экспресс, $500 доплачивается, и экспресс, вернее, брюки превращаются в шорты, да? Да, абсолютно правильно. Ага. Абсолютно Первый это вопрос, очень много его было. Второй вопрос по поводу тарифа особенный, какие нужны документы, какие категории граждан подпадают вот под... это вообще прекрасно. Смотрите, значит, нам говорят, что многодетная мать – это мать, у которой есть трое детей, все они младше 18 лет, если память не изменяет. Чушь, бред и красота, для меня, по крайней мере. Господи, как Кличко начинаю говорить. Для меня многодетная мать – это мать, которая вообще родила трех детей. Поэтому если многодетная мать ко мне приходит и говорит: «Сережа, я была многодетной матерью», я говорю: «Хорошо, пожалуйста, берите пакет особенный». Пакет особенный будет только через технический отдел, именно через создать запрос. Пожалуйста, не пишите в живой чат, а именно через создать запрос, потому что это двойная работа для наших бедных специалистов, которые и так каждый день получают очень большое количество обращений. В пакет особенный войдут еще малоимущие. Да, то есть, ну, документы есть по факту. В пакет особенный войдут еще люди, которые инвалиды, к сожалению. Ну и мои дорогие, уважаемые пенсионеры в том числе войдут в пакет особенный. Круто. Но здесь был один вопрос, и мне он так не понравился, что прям, конечно, я извиняюсь перед человеком, который задал этот вопрос, но вы поступаете, мне кажется, как минимум некрасиво. Человек задал вопрос, сколько пакетов экспресса можно купить многодетной семье? Здесь этот, ну, я свою точку зрения, почему мне не понравился вопрос. Если вы из многодетной семьи, и у вас вроде как нет средств, чтобы приобрести пакет за $2500, Сергей вам предоставляет его за $1500, потому что он идет навстречу такой семье. Но если у семьи есть деньги, и она хочет купить, пользуясь такой льготой, 10 себе штук, ну, это Россия, Россия. Я помню такую историю, как, о, меня аж завелся, извините, пожалуйста, когда человек раздавал хлеб малоимущим в магазине, и приходили люди в шубах, на Мерседесах приезжали, и грузили себе полную сумку хлеба, потому что он был бесплатный. О, простите меня, пожалуйста, аж не по себе. Я тоже понимаю эту многодетную семью, с другой стороны, вроде как хотят, может быть, это мать, у которой есть двое детей, и она хотела бы каждого из них как-нибудь пристроить более-менее, тоже есть такая ситуация. Но я думаю, что на марафоне данный человек, например, да, опять же, который хочет обеспечить свою семью, он будет, пусть сначала хотя бы один вы купите для своей семьи, посмотрите, как это? Может быть, вам это не понравится, может понравится. И после этого уже делайте какой-то выбор. Я знаю, что много майнеров, по крайней мере, да, ребят, у которых большие там фирмы и так далее, они тоже присматриваются и ждали тики экспресс именно. Вот здесь я тоже, кстати говоря, для себя тоже запущу, скорее всего, вот я сейчас ожидаю, в воскресенье ко мне человек приедет, я тоже хочу запустить 10 компьютеров примерно со своими роботами, и чтобы тоже торговал. Ну, посажу туда там менеджера, например, и пусть следит за счетами, пусть следит за торговлей, потому что 10, даже если он будет приносить 10 компьютеров 200-250 тысяч, не как бы даже, да, там вроде звучит для кого-то, даже, ой, 250 тысяч, но это 10 компьютеров, пусть даже так будет. Это уже хорошо. То есть можно взять объемами, можно взять там интенсивной торговлей, по-разному. Главное, что мы все делаем одно общее большое дело. А это улучшаем систему. Ну и не совсем относящийся к сегодняшнему эфиру вопрос по брокеру, он тоже очень много кого волнует, пишут, что в последнее время есть недоторговый робот, да, брокер. Я их прекрасно понимаю. На самом деле, я бы, наверное, уже бил
тысячу раз по куранту, что ай-яй-яй, какие вот все печальные. Но у нас несколько недель подряд были просто колоссальные работы. Я очень сильно приношу извинения. Я знаю прекрасно, что у нас в данный понедельник у меня там постоянно вылетали 502 ошибки, либо еще что-то. И много людей недополучило в понедельник денежек. Но, как я знаю, по крайней мере, на сию минуту, практически 95% людей, у которых не было выплат, но списаны были деньги, у них уже этот вопрос решен. Это точно. И второе, это по поводу недорасчетов. Смотрите, бывает такое, что робот в первый месяц вам торгует 270, например, а в другой месяц может вам торговать 180. 200 плюс 270 плюс 180 делите на 2. То есть надо смотреть на дистанцию. Есть такое понятие хайповать, да, опять же, то есть прям вот шуметь и так далее. Вот я не из таких людей. Я к тому, что вот у этой программы, у нее есть своя особенность. Я иногда не понимаю, сколько она может прям принести. Вот прям очень много, либо иногда может быть даже минус. Но факт в том, что у вас в первом месяце, повторюсь, может быть хоть даже 300, но во второй у вас будет 150, в третий у вас будет 220. В четвертый у вас будет 200, в пятый будет 240. Вот ваше среднее 220 в месяц, вот и будет выходить. Что пока человек этого не знает, конечно, он задается вопросом. Ведь для него месяц тут как за 3. Это нормально. Но я теперь думаю, многие услышали, своим товарищам тоже передадут, посмотрим на дистанции. Но в любом случае, если даже кто-то из вас уже посмотрел на дистанции, и у него есть такие недочеты, я буквально с понедельника на новой неделе буду решать данный вопрос, пересматривая огромный алгоритм в любом случае. Потому что любой код, программисты прекрасно понимают, что я имею в виду, он имеет, скажем так, свои тонкости. На малом количестве людей он работать может мощно, точно, а на большем количестве где-то может что-то не успевать. Плюс у нас там недоброжелатели, плюс у нас база может там пухнуть, например, да, база данных. Где-то что-то может проскочить, не дойти до вас. Не критично. Я посмотрю, если такая проблема есть, и спасибо вам большое за отзыв. Я этот вопрос буду решать обязательно. Обязательно. Ну вот да, у меня у самого несколько аккаунтов, и действительно бывает, что там все ровно торгуют, а один прям отстает. И вот одна обратная связь, Наталья Кондрашкина пишет, что у нее на аккаунте $2000 за месяц только $76 наторговано. Ну это уже очень такой тонкий момент, пусть напишет мне в саппорт, именно создать запрос, мне передают информацию, я просмотрю. Потому что такие прям тонкие, бывает такое, что да, не сказать, что это супер редко, но это бывает. И я солидарен. То есть я признаю всегда, если что-то не так. С 24 ноября нет начислений. Я проблеме написала, но... Пусть не переживает. Еще раз пусть напишут, скажут, Сергей на вебинаре попросил написать. Все, я смотрю, если это этот момент, прям вот первостепенно. На неделе все равно решать будет этот вопрос. Ага, и еще один вопрос. Тут прям несколько раз писали, что 2 или 3 числа купили пакет, и он все еще не подключен. 51977 аккаунт, если есть возможность. 51977, да? Да, все верно. Вот, то есть, если есть возможность, то... По поводу тарифа особенный, он у нас единственный, это $1500 на год. Все. То есть, других никаких не может быть, да? То есть, на полгода, например, подешевле. Тоже просто задают такой вопрос. Не сейчас, дайте мне чуть-чуть времени, нам нужно... с первыми добровольцами экспресса, их на самом деле немало. И на самом деле большое спасибо, что поддерживаете даже, вот, когда берете экспресс, это очень здорово, правда. Потому что у меня какая-то прям мощнейшая во мне сила играет, ответственность, я понимаю, что надо еще больше и больше выкладываться. У нас, в принципе, со всеми продуктами, так что у нас приходят люди и покупают. Что я хотел сказать? Вот, по поводу тарифов. Дайте немножко разбежаться, впереди очень много крутых новостей, очень много хороших новостей, это факт. И пока не буду ничего говорить, потому что впереди много, очень много всяких доработок и улучшений. Да, говорите, пожалуйста. А еще написал один пользователь, что аккаунт 52352, такая же проблема. Пожалуйста, все в чат. Угу. Ну, 2 часа, биржу не рассмотрели, не успели. А, биржу рассмотрим обязательно. Я сейчас хочу маленький промоушен провести. Значит, смотрите, я сейчас кое-что выкладываю. Прямо сейчас. Я думаю, это будет интересно всем. Опачки.
Ну что, розыгрыш под Новый год? До 30 декабря. Я ждал, когда же новость, когда же новость. До 30 декабря. Сделай репост и закрепи на стенке. 10 экспресс-пакетов мастер-тики разыграется, 10 тики бизнеса. Ой, 5 тики бизнеса экспрессов в том числе. Если вы думаете, что 30 декабря покупать не нужно, покупать нужно. В любом случае, один человек может иметь 3, 5, 10 экспрессов. Господи, понеслось. Прямо в официальной группе можете использовать. Пожалуйста, все выложено. Вот сейчас обновишь и уверен, что будет уже 8 репостов. Ну, 10, господи, понеслось. Да, товарищи? Да. Ну, здесь и можем пообщаться. Да, есть такое. А в любом случае, как по мне, под конец скажу, экспресс – это такая штука, ну, 20. А экспресс, как по мне, такая штука, у которой… А только не забудьте закрепить, пожалуйста, на стенке, иначе тоси-доси, как говорится, не получить. Дмитрий, увидите, да, хрустет? Забавно. Конечно. Все хотят экспресс. Вот спрашивается, хочешь ли ты экспресс? Конечно, хочу. 46. Все хотят экспресс, даже не обсуждается. Как по мне, по-хорошему, 2-3 экспресса прям вообще классно для одного человека, потому что он прям вот 120-150 будет приносить. Но почему нет? Если твоя стабильная работа, ты классный трейдер, да, в принципе, даже трейдер, да пусть даже начинающий, не имеет значения, колоссальный рост у тебя впереди ожидается. Ну что, товарищи, налетаем, 86, но то ли еще будет, да. Что касается биржи, тоже доскажу, и мы пойдем, обалдеть, уже 2 часа общаемся, даже 3. Биржа – это, наверное, возможность распространиться очень плотно по миру. Биржа позволит больше знакомиться. Биржа – это невероятно ответственная задача для программистов, для меня самого разработчика, да, в том числе. И у биржи есть свои особенности. Я думаю, мы биржу должны… Мы уже закончили биржу, но просто она не наложена на дизайн. Мы ее наложим, протестируем, подготовим. На следующей неделе, по идее, уже будет ясно. Я его запускаю в следующую пятницу, либо нет. Если запущу, хорошо, нет, ну, значит, нет пока что. И еще посмотрим на тики бизнес. Интересно, внутри кабинета уже, наверное, должны были уже выложить внутренний кабинет. Может быть, да, может, даже и нет, непонятно. Или работы идут. Да, уже внутренний кабинет тоже выложен. Поздравляю, кстати, уже готово. Ну что, товарищи, слава богу, не тунеядцы. Дмитрий, я закончил, в принципе. Так что дело за вами. Что-нибудь в двух словах вы тоже о том, как сегодня все прошло, про экспресс, возможно. Возьмете ли вы себе его, например? Ну, естественно. Как же из этого? Да я прям, ну, у меня прям такая есть, ну, идея, не идея, просто обычное дело. Перед тем, как проводить презентацию в любом из городов, в каком я буду, да, я на ноутбуке включаю экспресс. Экспресс за время презентации сколько-то торгует, сколько наторговал, я разыгрываю среди присутствующих. Ну, такого рода, не знаю, флешмоб, наверное, будет. Вот, в целом, ну, в принципе, вот даже вот появляются идеи такие иногда у меня. Я, как выходит обновление сканера, я достаю блокнотик свой с кодами от букмекерских контор, логинюсь в сканер, логинюсь в эти конторы и давай пробовать. О, поставил пару-тройку вилочек, вспомнил, руки помнят, все, классно, ладно, можно дальше не ставить. А сейчас с экспрессом думаю, что многие конторы мне, которые изначально не нравились по интерфейсу, да, там тот же Pinnacle, да, вообще терпеть его не могу и до сих пор, с экспрессом вполне можно будет его пополнять и зарабатывать дополнительно. Почему бы? Вполне, у нас зарабатывают. Берите бесплатно. Просто что-нибудь хоть начните делать в этой жизни для себя. И все равно, кто там Петя, который просит вас не подниматься. Или Майкл, или кто-то еще. Да какая разница, где вы сегодня, в принципе. Мы говорим про то, что мы международная платформа. И сегодняшняя презентация, пожалуй, это старт нового витка событий. Я очень сильно на это рассчитываю. А что касается критиков, рисков, прям под самый конец, как всегда в футере. Да, мы имеем риск.
Любые риски, не только финансовые, но и человеческие, но и моральные, и здоровье в том числе. Я не буду лукавить. Но планы большие, а там уже как Господь позволит. Пока нам благоволит. Пока что планета на нашу сторону светит. Солнце, точнее. Спасибо всем большое. Пошли двигаться. По-моему, экспресс уже есть в кабинетах. Вот, это такое, знаете, на черту провести. Итак, экспресс доступен в кабинетах, кабинет доступен в кабинете, переход брокера на больший тариф возможен. Едем дальше. Вот сейчас быстренько отвечу на вопрос. Китайский дракон. Для владельцев брокера экспресс бесплатные 2 недели не был заявлен, что будет доступен бесплатные 2 недели для пакетов. 2000. Очень прошу прощения, он у вас тоже есть в Black Edition'ах 2 недели. И это в сканере, не в брокере. Да, нет, не в брокере, в сканерах. Да, да. А в сканерах? На неделю, на Black Edition 2 недели. Все, круто. Я могу эту запись смотреть в 2,5 почти часа. Мне очень жалко таких людей. Ну, у нас было сегодня в пике 1200 человек. Сейчас все меньше и меньше. Видимо, всю нужную информацию люди получили, но сейчас все равно 700. Поэтому, ребят, группа Tiki Business, сервис Tiki, вернее, репост закрепили, лайк. Ждем розыгрыша в декабре. В прошлом декабре я ничего не выиграл, в этом, я надеюсь, не повезет. Ну и пару экспрессов, Дмитрий. Пожалуйста, обязательно. И желательно, как по мне, повторюсь еще раз, пару экспрессов. Не продаю, просто говорю, потому что вижу из опыта, что действительно так и будет. Приглашаем всех, кому не лень с нами действовать, вкладывать свои усилия, и мы обещаем дать вам еще больше. Обязательно. Мне очень нравится команда разработчиков, мне очень нравится отношение наших клиентов. Мне нравится, что все немножко такие, знаете, как там говорится, точно тиканутые. Всем хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем пока.